Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я поджарю баклажаны. Со сметанкой сделаю. Значит, баклажаны я их порезала, пересыпала солью. Они у меня постояли, я их помыла и маленько обмакнула бумажными полотенцами. Значит, здесь у меня мука с солью, а здесь у меня яйца тоже с солью. Так, сковорода у меня греется, уже нагрелась практически. Значит, мы сейчас обжаривать будем. Ну, я маленько добавила соли сюда и сюда. Сейчас их обжарим. Ну, желточки. Ну, здесь яйца. Значит, я беру баклажаны. Здесь у меня два баклажана. Так. Сначала в муку. Так. Тут яйца. Так. Мука, яйцо. И на сковородочку. Два небольших баклажанчика. Вот так вот поехали. Так. Левой муке, правой. Большие еще вот тут. Такие мы сделаем. Ай. Перепутала. Левая, где правая. Так. Ну и что будем? Жарится, переворачиваем одну сторону, на другую. Маленько я огонь прибавила, чтобы они у нас достаточно прожаренные были. Вот я уже перевернула. Вот. Жарится. Все, дорогие мои, я поджарила баклажаны, можно их так есть, но я хочу их прослоить соусом, потом они остынут, пусть остывают, потом я покажу, прослоюсь. А это простая лепешка, здесь у меня остался яйца с солью, все, я поджарила. Все, промазала я соусом наши баклажаны, теперь в холодильник пусть стоят, то можно кушать. Так что баклажаны я взяла, два баклажана их порезала, пересыпала солью, постояли я их. Водички обмыла, просушила, делала двойную панировку, мука маленько с солью и яйца с солью тоже. Обваляла сначала в муке, потом в яйцах, и обжарила на растительном масле. Они у меня остыли, и соус, сметана, чеснок, маленько соли, можно перчику и укропчик, можно другую зелень. Все, дорогие мои, всем приятного аппетита, пока-пока.